Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Пророк Мухаммад, алейхи салату вассалям, сказал: «Ман сам Рамадана, фама атбау ситта мин шуваль, кана ка сиями дахр». То есть, кто соблюдал пост в течение месяца Рамадан, а после соблюдал пост в течение 6 дней месяца Шаваль, то это подобно сияму дахр. Дахр – век, эпоха, эра. То есть, как бы подобно, как в течение всего века. Для этого поста пропускается только один день праздника, сегодняшний, канонический, когда нельзя соблюдать пост. Дальше уже, как хотите, один за другим, в разнобой. В любом случае, это дополнительный пост, но он приумножает божественное воздаяние неимоверно. У кого-то есть долг за Рамадан, еще что-то. Здесь мнения ученых, да, разные, но есть в том числе мнение о том, что вы можете восполнять долг, то есть намерение восполнения долга, пропущенного в Рамадан, но оно же включает в себя то, что вы, соблюдая это восполнение в Шаваль, тем самым объединяется намерение то, что и восполнение, и совершение в Шаваль соблюдаемого поста. И то, и другое одновременно в одном дне учитывается. Такое мнение есть авторитетное. Закятуль-фитр, я вам сказал, даже если вы опять забыли, если вы не услышали, на территории там в разных местах есть ящики, в здании тоже есть ящики. То есть вы подошли, минимум это 150 рублей, опустили с намерением закятуль-фитр. Это очень важный элемент. В хадисе говорится фарада, посланник Божий фарада обязал, как обязательный элемент завершения поста. Пожалуйста, не забудьте от себя и от каждого члена семьи. Либо уже вы это сделали в течение Рамадана, аль-хамду-лилля, отлично. И еще один хадис в заключение. «Ан-арабиян кали, я Расулюлла, ман хайрун нас». Однажды один бедуин спросил у посланника Божьего: «Кто лучший из людей?» И он ответил, это свод хадис имама Тирмизи, сахих, достоверный хадис. Что ответил посланник Божий? «Ман тали умруху ва хасуна амалю». Кто долго проживет, и дела у него будут хорошие. Кто долго проживет, и дела у него будут хорошие. То есть не то, что фрагментом. Здесь намаз читал, тут не читал. Тут постился, тут не постился. Тут хороший, тут плохой. Нет. На постоянной основе ты берешь программу минимум, тот же самый Рамадан, обязательно молитвы, хотя бы фарды. Хотя бы, ладно, с опозданием не успел, восполнишь, но в сутках 5 молитв. Хотя бы вот никак не смог, вечером восполни все фарды пропущены. Где-то есть объединение молитв в затруднительных ситуациях. То есть минимум взять и с собой пронести, без вредных привычек, без какого-то злословия. И вот так вот «вахасуна амалю» – долго прожить, и чтобы дела были хорошими. Поэтому прекрасный Рамадан прошел, но наша прекрасная жизнь продолжается, и мы должны ее делать лучше. Тем более в такие сложные времена, как сейчас, в мире вообще. Очень много жестокости, ненависти, неприязни. По крайней мере, хотя бы верующие люди должны доброту, благостность, созидание стараться, чтобы этого было больше.